Всем привет! Сегодня я покажу вам коротенькую, но очень интенсивную кардио-тренировку, которую можно делать, даже если ваш ребенок не спит, а где-то играет. Засекаем одну минуту и прыгаем в течение одной минуты. Таких будет 5 повторов. Итак, приступаем. Я думаю, что 5 таких подходов заменит вам одну часовую полноценную кардиосессию. Желаю вам удачных тренировок и всем пока!